тоже сделала, только другого цвета. Wow, look at my ring. Yeah, nice. Чё пишешь? Hello. Чё ты говоришь про ногти? Нет, мы вчера пошли, у нас рядом с университетом, в Macquarie Center, там есть салон. Дорого было? $30. $30, окей. С маникюром или... Да, с маникюром, без маникюра 25. Окей, я потому что когда делаю, мне берут... Сколько у меня берут? У меня берут 35 за шеллак и маникюр. Но еще там 35, если ты хочешь матовые. Матовые? Матовые ногти, если ты хочешь, чтобы не блестели. Потому что сейчас они блестят. А мне больше нравится, когда блестят. Мне нравится матовый, потому что какие $5 на день. Ну, $5. Но ты знаешь, что ты сама не сможешь их снимать. Они вот не, через 2 недели они чуть-чуть отрастут, да. И все. И ты не сможешь их снимать. Они очень. То есть you can't just ты не можешь снять с обычным лаком. Сказали, что ацетоном просто нужно 10 минут держать, 10-15. Ты можешь заплатить $5, если ты пойдешь опять делать, окей. Но если ты заплатишь $5, они тебе могут просто снять. И все, да. Нет, мы просто идем так. Им, конечно же, весело. Ребята, мы обломались. Мы пошли, мы хотели пойти на Фриду. Это такая, не знаю, как это называется. Фрида Кало. Мы хотели пойти на ее выставку, но она вся распродана. Я не знаю, почему все решили пойти именно на нее сегодня. Да, она началась только вчера. Блин. Я заехала на стол. Да, она началась только вчера, и все решили пойти сегодня. И поэтому мы не попали, потому что мы пошли слишком поздно. Ну ничего. Мы не сдаемся. Мне нравится эта кофточка, Джеки. Супер, мы сейчас в коз, и мы тут. А я в какой-то белый, ну я не знаю. Пока! Куда мы идем? Не знаю, не знаю. Куда? Осторожно, осторожно, ребенок впереди. Не надо нас убивать. Мы не знаем, куда идти, но мы куда-то пойдем. Может, пойдем на Рокс? Let's go. Там видно Харбор Бридж. Бридж. Ну, короче, мы пошли. Может, пойдем еду поищем? Ты хочешь кушать? Нет, я очень поздно поел. Я когда, кстати, я когда ехала сюда, еще успела круассан поесть с кофе, пока я ждала поезд. Ой, блин! А я кушала. Вот. Я только завтракала сегодня. Молодец. Поэтому я голодная немножко. Ну давайте перекусим. Ну ладно. Перекусить можем. But where? Не знаю.
А как Петина мне сообщение написала. I think they have like garlic bread or something. You can just ask maybe for bread. Can we get some bread? Надо так близко я села. Джека. Джека меня покидает, к сожалению. Ну и я ее покидаю тоже. Что там, меня видно? Да. Да, короче, мы пошли в Jamie's Italian. Это ресторан Джейми Оливера, правильно? Они там с порциями не дружат. Нас не накормили. И я пошла в Starbucks, взяла себе мокку. Но я не знаю, это может плохо оказаться для меня. Потому что я не буду спать ночью вообще. Ну, может быть, буду спать. Короче, я иду домой и все. End of story. End of story. Okay, Jacka. I'm really close, right? My face is in the camera. Зачем мы ищем?